А будущие врачи теперь смогут усваивать материал быстрее. В Донецком медицинском лицее появилась новая интерактивная доска. Это подарок народного депутата Украины Татьяны Бахтеевой. Заслуженный врач Украины приехала в лицей, чтобы лично встретиться с учениками и передать оборудование для уроков. Интерактивная доска – это сенсорный дисплей, в который также входят ноутбук и мультимедийный проектор. Благодаря современному оборудованию занятия становятся более динамичными и познавательными, уверяют преподаватели. Повышается интерес к уроку, следовательно, и знаниям. Донецкому медицинскому лицею более 20 лет. Школьники поступают сюда после 8 класса. 99% выпускников учебного заведения впоследствии становятся студентами Донецкого национального медицинского университета. Я уверена, что огромный отряд медицинских работников, 1 200 000, они не по профессии избрали свой жизненный путь, а по призванию своего сердца помогать людям. И я хочу, чтобы как можно чаще в их жизни было слово не просто помочь, быть здоровым, а еще и спасать жизнь.